поговорим о жизни и о наших чувствах стихами Ирины Самариной «Лабиринт». Вы услышите 7 стихотворений, но прежде я хотела бы выразить особую благодарность автору за прекрасные строчки. А сильные люди ломаются тихо, с улыбкой на бледном лице, вовек не признав для пиара шумиху, лакейскую жизнь при дворце. Они не скрывают, что счастливы были, свободу души испытав. И люди из глины таких не любили, за прочный негнущийся сплав. А сильные люди, от боли шатаясь, других никогда не винят за то, что для выгоды те прогибались и совесть меняли на блат. За то, что врагами друзья становились, успехов, побед не простив. За то, что падениями друга гордились, при этом себя опустив. А сильные люди не словом спасают, а молча решают дела. Хоть крест иногда непосильным бывает, ломаются оба крыла. Но все же тащить на себе продолжают тот крест, что не дан слабакам. И сильных людей сам Господь поднимает из зависти вырытых ям. А сильные люди не ноют, не учат, являясь примером уже. Для них не беда, что над городом тучи, важнее, что солнце в душе. Кто хочет, добьется, кто верит, тот сможет. Прощавший достоин любить, хоть сильные люди ломаются тоже, но в силах себя починить. Цените тех, с кем маска ни к чему, кому открыться можно нараспашку, кто говорит «всегда тебя приму» и принимает сердцем, не в натяжку. Цените тех, чьи руки теплотой согреют вас, когда на сердце вьюга, кто дорог вам душевной красотой, кто смотрит на проблемы без испуга. Цените тех, кто вас не проклинал, когда в беде другие осуждали, кто тихо руку помощи подал, пока другие громко обещали. Цените тех, кто вам на боль в ответ достойно промолчал незлобным взглядом, и тех, в ком никогда притворства нет. Забудьте тех, кого ценить не надо. Мы все бываем в чем-то неправы, у всех была и радость, и тревога. Пусть ценят вас, как цените и вы людей, что в вашу жизнь пришли от Бога. Знаешь, Бог, гениально и просто. Ты старался добру научить. Я читала Псалом 90, чтоб от злобы себя защитить. Мне казалось, что я заражаюсь тем недугом, который вокруг. Здесь о ненависть я спотыкаюсь, во врага превращается друг. Только небо – спасательный остров. Я в него погружаюсь на миг и читаю Псалом 90, чтоб спасти себя и других. Голоса окружают в маршрутках, в магазинах и в парках, дворах, призывая к войне. Это жутко, если так, человечеству крах. Поднималось уставшее солнце над скоплением черствых сердец. Я читала Псалом 90 и шептала: «Спасибо, Отец, что даешь испытания немало только тем, кто способен пройти». Нет, меня эта боль не сломала, лишь слегка надколола. Прости. Все же верю, что сердце проснется в ошалевших от злобы телах. Я читала Псалом 90, побеждая обиды и страх. Кто грешит больше всех, тот и судит, изменить все стараясь других. Как же можно помочь этим людям? Нужно больше молиться за них. Дорожите любовью, люди, без нее слишком пусто жить. Как без неба луны не будет, так без веры любви не быть. Не молчите о самом важном, доверяйте мечты тому, кто для вас миром стал однажды. На рассвете не ждите тьму, не теряйте любовь в обидах. Отключите гордыню, злость, если чувства уйдут из виду. Заживете со счастьем врозь. Уступайте друг другу чаще,
Кто-то должен мудрее быть. Стану чувства намного слаще, если будете их ценить. Берегите друг друга, люди. Боль потери не лечит хмель. Мы художники наших судеб. Мы и кисти, и акварель. Относитесь к любви, как к кладу, чтоб потом не рыдать ей вслед. Без любви ничего не надо. Без любви ничего и нет. А волки гораздо добрее людей, намного порядочнее в стае, и ради местечка себе потеплей друг друга они не съедают. И людям учиться пора бы у них, не прятать оскал лицемерно, и не предавать ради целей своих, живя как шакалы и стервы. А волки, они человечнее людей, их верность не купишь деньгами, и жизнью отважно, рискуя своей, не страшно им быть вожаками. А люди, увы, прогибаться спешат, вкус денег нутром ощущая. А волки растят настоящих волчат и слабость себе не прощают. А люди людей называют зверьми, не зная, что звери, возможно, друг друга в сердцах обзывают людьми, сильнее обозвать невозможно. Ведь люди мечты предают и друзей, им рабство свободы дороже. А волки гораздо умнее людей, их зайцев доход не тревожит. Не смотрят в медведя, а не кошелек, и не голосуют за белок, а вот человек зачастую жесток, ведь жаден, завистлив и мелок. В толпе одноликой, в безумной толпе, людей, что похожи с волками, не встретишь, ведь в жизни они и в судьбе остались себе вожаками. От мнений зависит чужих и идей, но разве же это не пытка? Вот волку тепло от волчицы своей, а людям от золота в слитках. Храни Господь людей родных, звоним которым очень часто, и от души желаем счастья, и тихо молимся за них. Храни от бед, потерь, утрат, от лжи и предательства, злословия, наполни сердце их любовью. Она важнее всех наград. Храни, Господь, моих детей от войн и от заболеваний, от горьких разочарований и от влияния злых людей. Храни, Господь, моих врагов от помыслов греховных, жутких. Им дай друзей хороших, чутких и также чистую любовь. Храни, Господь, ушедших всех, кому уже не дозвониться, и в рамках с черной лентой лица, кого забрал к себе наверх. Храни, Господь, людей живых, мы для кого-то все родные, но понимаем лишь седые, что жизнь – один короткий миг. Прости, Господь, что попросить мы у Тебя не забываем, а если в счастье пребываем, то не спешим благодарить. Спасибо, Господи, за шанс, упав с колен опять подняться, не осуждать и не сдаваться. Спасибо и храни всех нас. Хорошие люди похожи на теплое солнце, которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы. Когда целый мир над твоей неудачей смеется, они добрым словом согреют в разгаре зимы. Хорошие люди не сразу заметны обычно, не лезут в глаза, как отросшая челка девчат. Но в сложный момент не бывают они безразличны, у них обязательно добрый с грустинкой взгляд. Хорошие люди наивны и сентиментальны, в них сердце любовь заглушает ворчание ума. Обидчика зло забывают они моментально, им сложно поверить в неискренность чувств и обман. Хорошие люди в друзьях ошибаются часто, не видя, что с ними не дружат, используя их. Острее ощущают и боль, и гармонию счастья, и знают, есть много несчастных, но нету плохих. Нельзя постоянно в их лучиках солнечных греться, ведь надо, встречая добро, становиться добрей. Хорошие люди всегда улыбаются сердцем и видят в угрюмых прохожих хороших людей. В следующих видеороликах, стихами и прозой
мы будем продолжать беседу о наших чувствах. До новых встреч!